Вместо старого медпункта – большой новый фельдшерско-акушерский пункт. Жители села Старое Ромашкино о таком подарке и не мечтали. Не было условий никаких. Воду таскали ведрами. Канализации не было, да. А здесь как рай. Многочисленные поздравления, концерт районных артистов, вручение благодарственных писем. Традиционно на церемонии открытия ФАПа для сельских жителей состоялась целая праздничная программа. В этом году один ФАП. В том году мы сделали два ФАПа. В этом году один. На следующий год у нас будет врачебная амбулатория планируем и еще один ФАП. Внутри нового пункта теперь имеется все необходимое оборудование для оказания медицинской помощи. Процедурная, приемный кабинет, место ожидания для больных, санузел и хозяйственная комната. Удобства для сельских пациентов созданы. Новый пункт уже подключен к теплу, водоснабжению и электроэнергии.